Так, ну поехали. Ага. О, плюс артефакты, проклятые артефакты и проклятые обилки. Рог войны. Всегда мощная штука. Стоимость навыков до нуля. Одного каждый ход. Это классно. И инкубатор, рост под вампира. Ну, рост ему что удешевлять? Вампирскую власть. Но это один ход всего. Начинает бой со статусом рост. Я думаю, что рок один из самых сильных артефактов. Он нам не одну игру тащил. Угу. Шестьдесят душ при первом использовании энергии дьявола. Или получится еще душа. Наверное, сюда. Оп, 72, неплохо. Вопрос лишь в том, что мы сливаем. Здесь слишком полезные обилки. А почему я не брал заряженные удары для триплета? Вот здесь можно одни преобразования скипнуть. Может, эпик получим. Ага, размечтался. Минус один за каждый истощенный. То есть это все надо юзнуть. Но рост один тоже круто. Здорово, Баз. Чего? Ментальная преграда выглядит хорошо. Так, берем эрудицию, как думаете? Блин, за две маны очень дорого. Давайте лучше промывку мозгов возьмем. Рост — это по факту бесплатная билка для... для него. Так, ивенты нам нужно выполнять за... А, вот книжка, кстати. Перезарядить навык, добавить, создать портал. Заменить одну дополнительную активность на другую. Окей. Коварство и устрашение. Ну, конечно же, он. Блин, эти вообще не качаются. Там еще 3 физурона было. Ваши адепты натыкаются на паренька, упражняющегося в стрельбе. Ага. Мой наставник рассказывал, вы посланники дьявола становились чайшим охотником. Обратить против охотников или запугать до смерти. Mm.
Это принесет души, это я помню. Нужны ли нам сейчас души? Нет. Лучше тогда запугать. Свой баг пытаясь начать бой, появляется сообщение, что в начале боя на адептах будет случайный контроль. Нажимаю продолжить, ничего. Минус забег. В игре бывают, к сожалению, багули. Я сделаю, как вы скажете. Заражать других людей кошмаром. Ну, давай. Плюс фир, хорошо. Как раз на битвы. Вот только что из этого мы хотим. Сейчас узнаем. 10 макс духа. Открываете качество из адептов. По прибытии открываете качество. Блин, ну 10 макс духа самое норм, наверное. А здесь еще 60 душ. Ага. На рандом тогда пойдем. А сейчас налево, скорее всего, таланты будем брать. Нам очень нужны таланты. Оу, щит. Придется телепортироваться. Ну ладно. Ту-ру-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Один навык, блин, я хотел больше. Ужас скачнуть еще для магазина. Ну ладно, давайте один навык, на самом деле нам очень обилки нужны. Да, два файта за один навык это кекно, но что поделать. Наемничек. Наемничек, наемничек. Наемничек. Давай-ка так. Теперь накинуть слабость. Теперь накинуть на себя вампирку, потому что ты, оказывается, уже сильнее, чем все остальные. И спамим гниением. Пошел отсюда. Ноль урона. Окей. Жертва, один враг. Себя дамажить что-то не очень хочется. Надо главное рок стакать между боями. Главное между боями стакать рок. Все остальное, в принципе, не столь важно. Угу. Да и, допустим, тепло сюда. Как же мало здесь статов. Все потому, что щита нет. Обычно щитом хожу, у меня там плюс 20, плюс 20 в начале забега. Так, восстановить всем. Что-нибудь еще изнуть можно? Нет. Ладно. Едем дальше. Капитан-наемник. Капитан, как обычно, хилит, да? Вернее, ОМ пытается восстановить. Так, ОМ это не страшно. Мы делаем так. Мы делаем так. Мы накладываем две этих штуки. И наносим еще одно гниение токсичными парами. А, хорошо. Почти мертв. 11 на 3. Понимаю. Тебе так. Теперь нам надо на самом деле восстановить эту обилку. Очень важная. Юзнуть сюда. Не страшно. Теперь этого убить. Хорошо.
Ты опять себе восстанавливаешь? А зачем? Че это, сколько стоит один за каждый статус гниения в игре? В игре применяется перемена. В игре на всех врагах или? Бля, это выглядит просто охренеть. Очень жестко. Вон, восстанови себе этот. Ты восстанови, я не знаю, Дракулу или что-нибудь. Чё у тебя зомби-парочка хилая какая-то? Да, очень, очень. Дракула единственный, кто качанный нормально. Это факт. Никак я не успеваю эту штуку кастануть. В игре на всех, на твоих адептах тоже до 6 проверок получается. Нихера себе. Держи. Здесь что остановилось? Хорошая вилка. И... ну, поехали. Бам. Слабовато, кстати, было. Применяется... а, перемену зато наложили, точно. Вот про эту перемену не стоит забывать. Ауешную, это очень сильно. Как хорошо, что гниение еще и, блин, вампир накладывает. Имба же. Перегруз за ноль, хорошо. До свидания. Че, одну обилочку, да? Либо ему для перегрузов, либо Франкенштейну для перегрузов. Это в триплет будет собираться. Жертва. А жертва у нас тоже фиолетовая, по-моему, да? Ух, лучше тогда жертву в триплет. Угу. Да, поехали. Эпик как-никак. Фунджи, привет. 60 душ. Да, я туда и планировал. Поехали. Только бы не хилка. Ага, хорошо. Ивент это в принципе неплохо. Солос. Магический урон. О, это прям слабо. Вот максимальные очки магии здесь качнуть было бы неплохо. У него, правда, коварство говно полное. Ну, мы подкрутим, наверное. Ну, мы чуть-чуть подкрутим, попробуем. Оккультизм. При вашем приближении птицы разлетаются. Ага, труп. Раз, два. Познать тело. Почему у этой игры смешанные отзывы в стиме? В чем ее проблема? Баги небольшие, кто-то на сложность жалуется, хотя все миссии пока что проходят с первого раза. А что там еще раз? Мертвец был фермером, вам он бесполезен. Чудовище склоняется на труп. Но обыскать тело, о чем нет. Редкая жемчужина, нет сомнений, наследие времен Великой Охоты, заряженная могущественной силой. Обилочка для него. Удар Мора. О, статус зомби на одного врага. Найс. Что такое неистовость? Добавляет к атаке столько единиц урона, сколько не хватает ОЗ у чудовища. За 3 маны ОЕшка по всем врагам и жертва на одного врага. Но у нас уже 2 эпика есть. Удар Мора берем. Зефират, приветики. Тут плюс 12 очков магии, чтобы он так сильно не умирал. Что здесь? Энергия дьявола расходует в 2 раза больше духа. В начале боя половина навыков адептов истощена. Мы что хотим? Мы хотим все-таки на центральную элитку провести портал. Жесть, 2 элитных битвы. Хм. Давайте начнем с обычной. Да нет, Сальдон, честно говоря, я сомневаюсь, что так. Каждый раз, когда теряет ОМ, получает поляризация магический урон. Поляризация физический урон.
То есть, если ее ударить по ХП, она начнет бить нам по мане или что? Удваивает количество полученного макрона. Ах. И все. Ну ладно. Так, здесь нам нужно любой дебаф сюда. Допустим, это будет ожог. Снять его. Угу. Наверное, еще одна атака на гниение. Звучит неплохо. Ну, я вебку не выключу, простите. Алькими, stand up and fight. Спасибо большое за ресап. Эй. Тианбака, и it's time спасибо to пересмотреть весь плейлист рок лордов. Тианбака, меньше, не, чем три. Нет, вам. Понял. Да баки-то откуда? Люблю баку, понятно. Статус тепло. Можно истощение здесь накинуть, кстати. Попробуем. Хороший мув. Вампирились чуть-чуть. И сюда гниение, наверное, наложить. Три штуки. Чё на нее только накладывать? Надо на всех накладывать. Пускай гниют. Раз уж такой у нас билд. Так, чё у них? Шипы и 17 урона в один таргет на вампира. Понимаю. Я, кстати, могу сейчас накидать гниений и сыграть вот это за ноль. Применяется перемена, закажи статус, то есть на 8 единиц. Кстати, не так уж и плохо звучит. Сыграть вот это. Сыграть вот это. Эту за ноль уже можно сыграть. Сыграй. Правда, от шипов урон получим. Но не так уж и много. Теперь можно наложить зомби. Просто чтобы это игралось за ноль. Поляризацию. И гниение. 12 урона. Кстати, гниение это исчезло. А вот зомби почему-то стало на 3 хода. А потому что статус зомби тоже дольше накладывается, я понял. Ну и активирует гниение, почему бы и нет, за 0 как-никак. 26 урона. Ничего, он-то отвампирит, ему не страшно. Здесь гниение 1. 20 урона тут. Хорошо. Let's get back to the experiment. Один удар. Восстановление обилок. Вот это вот. Блин, вампиру бы обилки восстановить, да? Гниение сюда накинуть. Да, давай. Нормально, нормально. Скоро они начнут вместе бить, по-моему, каждый ход. Нет? Ну ладно, пока везет. Какие-то баф там, дебаф.
Так, пора восстанавливать всем обилки. Здесь снимать одно гниение, уменьшать урон на 12. Начинать вампирить. Ну, только, скорее всего, тут. Надо туда бить уже, на самом деле. Эти шипы достали. Да, мы получаем от них урон, но да, мы и вампирим в ответ тоже. Надо было... Удвоить количество полученного физурона. А, надо было эту обилку копить лучше. Чё-то хила у нас, конечно, не особо. Опять шипы. Здесь заточка есть. Я хочу вот так вот сделать. Чтобы подвампирить немного. 16-32 урона, да? Опять уменьшить дамаг или нет? Что, как ты два фрика, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ну, нет. Откуда мне знать-то? Уже это еще не проходил. Блин, надо ее просто добить и все. Вот что я думаю. А, от гниения сдохнет. Точно. Хорошо. Теперь... Допустим, два статуса зомби сюда. Вдруг она там похиляться собирается. Спойлер, не собирается. Истощен, понимаю. Билка за ноль. Депрессуха. Да и хер с ней. Ладно, допустим. Все равно надо все навыки восстановить. Ой, все, я доел вкусно. Уже поляризацию, чтобы мы дабл дамаги делали. Ему вампирочку, а то ему очень надо похилиться. Гниение. Гниение. Зомби. Блин. Неудобно, зомби снимает гниение. Можешь бить сколько угодно. На самом деле надо было в обратном порядке, но не страшно. Сестры Полярис похожи на маг элементаля из героев. Может быть. Так, это опасно, это нормально. Но лучше всего просто остановить ему обилки и добить. Да? Да. Ну, как всегда, тащит только Дракула. Остальные чё-то не очень.
Все адепты получают плюс 2 к характеристикам воздействия. Нет, спасибо. Восстанавливает дух за каждое получение душ. При выпадении навыков на выбор к ним добавляется еще один. Блин. Нет. Давайте корону возьмем, например. Я предлагаю еще одну элитку зарейдить. Почему нет? Измученная душа с охотником вместе. Будет неприятно. Найдем по ХП. Можно пробить? Можно, но сложно. Но нужно, да? Кого еще по ХП-то пробивать? Этот бафает себе урон. Его пока нельзя трогать. Этот собирается сюда бонус применить. Ага. Так, она мертва, хорошо. Дальше. Let's get back to the experiment. Не сюда. И мы не заюзали рог в этот ход. Грустно. Не, Далькири. Ну, меня так позвали, один знакомый, но все это выглядело немножко кринжово и получилось не очень из-за того, что магистр ничего не сводил, короче. Вот. Ну, да, было дело. Песню не назвать, конечно. На самом деле. Так, да. Он был прикольный. Ну, так, забавно, да. Покекать. Так, и массовое разрушение. Угу. И снять еще один статус. Каждый раз. Когда перезаряжает навык, еще урон. Допустим. Четыре, блин, измученная душа сейчас раскачается жестко и будет больно. Так, ну таунт он на себя не навесил, это уже хорошо. Можно истощение бахнуть. Хороший ход. Утро, мы must stand together, седьмой месяц, спасибо большое. Где найти, пожалуйста. Экс-магистр делал трек в Инадзума, называется. Let's get back to the experiment. Тар-та-та-та-та-та-та. Ну ладно, надо с охотником разобраться, пока он на себя таунт не навесил, да? Ну, конечно, не очень много. Да, ХП себе, конечно, просаживаю за него, жесть. Чтобы это нам давало, да? Истощен, не умирает, один ХП, лёу! Ха, ладно, сдохнет в следующем ходу. Восстановить. Снять защиту. Ровно 10 урон не страшно, этот умирает. Нельзя юзать ничего. Будем пытаться похилить его через вампиризм, наверное.
20 урона. Ну ладно, это мы как-нибудь справимся. Так, ладно, снять с него урон. И навесить дополнительный яд вот так вот. Дополнительное гниение. Как тебе новый герой? Кто новый имба? Дракула. На грани смерти, твою ж. Ну, ты там применяешь что-то кринжитуру, но это же прям вообще, да еще и почти под мой дыр видос вышел, оказывается. Да кекну было, кекну. Фух, слишком просто, говорит, скукота. Ну, я бы так не сказал. Щит, блин, очень хотел щит, но не этот. Ожог и депрессия, больше урона. Когда адепт наносит магический урон, получает плюс 4 к физе. У нас это работать не будет. В начале каждого хода перезаряжают случайные навыки. Слушайте, а ему, может, и зайдет, чтобы он каждый ход свою единичку делал самостоятельно. Ну, конечно же, навык у Харона монета очень классная, но... Может, в магаз зайти? Может, в два магаза зайти, да поулучшать себе все. Монета. Поехали. Слева путь просто, посмотрите. Безумный путь боев и элиток. Мы все ближе к прялке судьбы. Предельщица поторапливает моих адептов. Она чувствует физическое влечение, от которого нельзя избавиться. Разлук с артефактом приносит ей страдания. Девушка обгоняет адептов и мчится впереди. Они не препятствуют ее прыти. Превосходная возможность для убийцы из божественного света. Внезапно на дорогу выскакивает человек и бросается на предельщицу. Возможно, мои подданные не лишены самоуверенности. Черта, которая бывает присуща и мне. В медлительности их обвинить нельзя. С молниеносной скоростью они оказываются возле несостоявшегося убийцы и разоружают его. Разум, сломленный под напором темных сил, выдает им имя Глория. И расположение трактира адепты убивают человека и продолжают свой путь. Глория. Десять макс духа. Да, я не против. Здорово, Сабат. A conductor of souls. All those innocent souls I harvested will finally be of use. Плюс 5 к единиц к навыкам исцеления. Нет, если в течение одного хода никто из адептов не перезаряжает навыки, все адепты получают плюс 2 к урону. О-о-о. Дает один бонусный УД каждый раз, когда вы теряете дух дьявола. Вот это прям о-о-о. Либо под триплет вампиру подготовить. Есть ли возможность какой-то триплет еще сделать? Смотрите, можно взять клык ярости и в триплет его собрать. Белый навык на чудика необычный, почитаю. Наносит всем враги неистовость. Это я видел. Это я видел. Снижает входящую атаку вскрытие. Две перемены на 6 накладывает. Это классно. Две маны, конечно, но физой бьет. Еще одна перемена, блин. Классно было бы. Короче, мы берем это. Ставим... А, стоп, нет. Нет, я не смогу так триплет собрать. Я тупой. Ха. А, нет, подождите-ка, смогу. Продаем и выкупаем сразу же эпик, да? 70, 42, плюс 20, и мы не купим охотничьи инстинкты. Но это триплет.
На нашего главного дамагера. На вампира. Да вообще, в принципе, вампир крутой, поэтому... Вставляем эту двадцаточку, чтобы дойти до следующего магазина. Забрать клык ярости. Хорошо. Да, монетка, конечно, классная. К вам сверху слева это твич, или я вирусняк подхватил? Это твич. Это нормально. Физурон плюс 3, суперсила на одного адепта. Даже выбор есть. Ого. А физурон навсегда он получает, да? Блин, обман смерти только на вампира. Или наносит урон по здоровью и ОМ одновременно все враги. Три манежа. We have to be Zwan Kratos. Спасибо за ресап. Спасибо большое. Может быть, смерть предателя мы имба, но если бы она стоила дешевле, если бы у нас была обилка, которая снижает здоровье Дракулы до нуля. У нас этой обилки нету. 51 месяц, спасибо. Спасибо за ресапчик. Суперсила под физурон выглядит отлично вообще. Прям отлично. Обман смерти нам не нужен. Тем более на самого себя. Вдохновение веков берем. Ниже еще навыки есть. А, у нас плюс один навык на выборе, на триплете. Как неудобно сделана эта корона. О, боже мой. Да, наверное. Наверное, есть. Жесть. Здоровье, окей, события. Скрытность, физурон плюс 2, фигня. Коварство, макс очки, здоровье, оккультизм, фигня. Ну, Дракула, конечно же. Я, правда, не посмотрел, что Дракула, ну, верхние две. Ловушка короны, я тоже попался, да, говно какое-то. Через крышу можно попробовать добраться наверх. Давай. Попасть через крышу. Восстановили 5. Дракула стремительно взбирается на крышу, а затем ловко спрыгивает вниз, приземлившись на ноги, замечая древнюю книгу. Священное писание, книга ничем не защищена. А, нигде. А где было же, по-моему? Учить молитвы, подменить текст. Дракелиус, привет. Учить молитвы? Дед быстро пролистывает одну страницу за другой в поисках полезной информации, наконец-то находит способ противодействия заклинаниям божественного света. Находит на ком опробовать. С их помощью он убивает стражу святилища, как те успевают что-либо понять. Отличное начало. О-хо-хо-хо-хо-хо, Дракула с 5 золотыми заклинаниями. Клык ярости? Нет. Кровожадность. У нас она и так есть, теневый хук. У нас и так золотой, по-моему. Духи ночи. В одного врага 3 раза 4-6 магического урона. Блах. Кровожадность возьмем еще одну. Конечно же, кровь. Ну и говно пришло, конечно. Проблема решена. Почти так же здорово, как крушить все вокруг, когда доживет до моего возраста. Для вас тоже останется мало проблем, заслуживающих серьезного внимания. Кварство, макс очки магии, макс очки здоровья, макс очки магии. А здесь что я получил? Устрашение, маг, урон, мачки... Мачки. Мачки здоровья. Честно говоря, я хочу телепортироваться налево сейчас. И подраться с элиткой. Или подраться потом в обычных боях. Два магазина, может быть, за дешево, потом улучшить еще две обилки. Не, давайте на элитку не пойдем, пойдем сюда. Серьезно? Два зарядами случайного статуса контроля, нихера себе. А мы себя как-то снимаем заряды статуса контроля? По-моему, нет. Теряете души, когда отображается одно или несколько испытаний. Да чё так жирно-то? Один получает случайное отрицательное качество.
Можно портануться просто на магазин и... события, поехали. Бандитизм. Сестра Давора, могущественная заклинательница, защищает поселение, изгоняя зло. Смертное представляет немалую угрозу, и с ней нужно расправиться как можно скорее. Починить разум сестры Долорес. Да ты как ты? Что ты? На пути внезапно встает ее несокрушимая вера. Сознание адепта прожигает нестерпимая боль. Ваш адепт решает, что лучше оставить заклинательницу в покое. Минус искушение, минус маг урон. Я не могу гипнотизировать людей, они не смотрят мне в глаза. Нужно бить сильнее, разрушь все. Блять, я бы восстановил... Мне надо было тратить. У меня Дракула все равно восстанавливает обилки. Устрашение, очки магии, физ, маг, урон... Ему бы ХП, да? Ему бы МП тоже. Но скрытность здесь и здесь не очень хорошая. Нет, вампир. Жадничь, да. Многочисленные лагеря охотников за демоны. Местные ведьмы. Надо напомнить им, кто их истинный повелитель. Заставить ведьм служить только вам. Неосознанно отступают, склоняются перед вашей мощью. Жертва! Это обилка, они книги дают. Объединить магию и наложить мощное проклятие. Вот это давай. Черная магия, его силы хватит, чтобы сразить всех охотников за демонами. 81 на душа и одновременно этот. На все реликвии действует скидка. Скидка на реликвии мне нравится. Когда доживете до, мимо, до моего... Что там за дебаф? Отрицательное качество. Обычно они слабые довольно. Один раз был успех и получил 3 дебафа. Минус 2 скрытности насрать. Скидочный магазин, поехали. Триплетик. Кажется, это триплетик плюс проклятые часы. Каждый раз, когда убиваете врага. Да. Без этого улучшения, ну блин. Слишком выгодно. Так, не забыть про эту штуку. Еще одни массовые разрушения. Один враг неистовость добавляет к атаке столько урона, сколько нету здоровья у чудовища. Три зомби. У нас уже есть атака, которая накладывает зомби. Наносит 5 урона по себе. Добавляет ко всему нанесенному навыкам урону 1 до конца хода. Ко всему нанесенному навыкам урону. Любыми навыками, этим навыком, всеми навыками. Что это вообще такое? 3 маны слишком дорого. Мы берем еще одни массовые разрушения. Это дополнительная возможность накладывать перемены, ну, по дешевке относительно. Так, и часики обязательно. Что у нас дальше? Хил. Да, в принципе, я и не против, на самом деле. Поехали. The sticks. Ну и что, финал? У нас нет денег, чтобы пойти направо сейчас. Пойдем на ивент по центру. Ну, финальная глава. Наконец адепты стоят перед трактиром, который увидели в сознании убийцы. Изнутри раздается шум, песен и крик. Перед зданием пасутся верховые животные, украшенные цветами божественного света. Предельщица отстраненно следит за происходящим. Она больше не чувствует зола. Должно быть, прялка уже далеко отсюда. Адепты должны поспешить. Они нападают на заведение и убивают постояльцев. Немногие же выжившие в надежде на пощаду успешно объясняют, где найти святилище, в котором некая основательница Глория держит мою прялку судьбы. Так, давай ты не будешь. Здесь макс духа. Душ по центру звучит отлично.
Оп, плюс артефакт. Давай ты только не будешь здесь застревать. Каждый раз, когда враг теряет ОЗ или ОМ из-за слабости, боец восстанавливает столько же ОЗ. Вампирка для вампира. Шипастая маска. Самый дорогой навык на 2, когда перезаряжают навыки. Да, это выглядит полезней. 60 душ. Пердуш. Оп, еще пассивочка. Какая-то алтарь, что ли? А, два ивента. Ну, два ивента тоже хорошо, наверное. Мугрон, макс очки магии. 18 здоровья. Груши для брить... для бритья. Для битья. Блин, ему бы здоровье, а то у него 25. Но чё-то говно какое-то. Нет, спасибо. Диковины. Кабинет диковин. Выставлены самые разные... останки самых разных существ преисподней. Такая богатая коллекция трофеев унижает ваше достоинство. Дракула ждет, чтобы спалить все дотла. А знаете что? Я даже 100% возьму, раз здесь очень сложно, это значит, что это очень круто должно быть. Мгновенно находит самую сильную реликвию посреди остального хлама на полках. Это было проще, чем отобрать конфеты у ребенка. Келлингтон пытается помешать вашему адепту, но Дракула задействует новый артефакт, чтобы расправиться с человеком. Вещица обладает невероятной силой. Ваши враги обречены. Все бойцы получают маг урон. В конце, в начале каждого хода снижает стоимость дублирующихся навыков. Массовые разрушения. Здесь дублирующихся, ну, две кровожадности разных уровней. Или владелец получает плюс 3 к физурону, но теряет 2 x минус 5 макс ОМ в виде качеств. То есть два раза это качество минус 10 ОМ. Все бойцы получают маг урон, враги тоже. А, да, я, кстати, уже брал эту штуку. Ладно, давайте равновесие лучше возьмем. Я уже брал эту штуку и вроде затащил с ней. О врагах я не подумал. Блин, 15 очков магии, скрытность. Макс очки здоровья магии, 3 скрытность. Коварство очки здоровья, скрытность. Скрытность у него 7. Давайте его качнем чуть-чуть. Я понимаю, что церквушка, какофония, служители, межрядов. Забрать пожертвования, 90% шанс, ты справишься. Рю. Полные недоверия возгласы. Оккультизм, скрытность. Я же вечно все забываю. Минус скрытность, минус очки магии, минус коварство. Вот говно. Ладно, я думаю, что я готов с элиткой сразиться ради артефакта. Одного, наверное, нет. Пойдем по ивентам дальше. Нахер, пойдем просто по ивентам. Кого же мы возьмем? Если разрушить святилище, украсть золото, можно подкупить местных бандитов. Украсть золото, легко. Дракула! Молодец! Мне как бы еще хп нужно просто восстанавливать. Просматривает бумаги, лежащие перед казначеем. Мог бы пытать верховного казначея. Хорошая идея. И он отдаст нам, по-моему, артефакт. Сны казначея пугается, резко вскакивает. Кошмары не исчезают с пробуждением, пленяя его разум самыми потаенными страхами. Слушает его мольбы о пощаде, лишь бы избавиться от кошмаров. Как с ним поступят? Потребовать жертвоприношения. Да, артефактик, достойная награда. Спасибо. Стеклянный щит. Блин, нам на самом деле... можно. Не можно, а нужно это брать. Искушение, макс очки здоровья. У нас очень мало хп и МП. Теперь хоть сколько-то есть. Скрытность физурон. У тебя нет физурона. Скрытность, макс очки здоровья.
100 хп, 100 мп у Дракулы. Жестко. Наверняка поможет за мной охотиться божественный свет. Если отвлечете их, я вас вознагражу. Дерзость вампира приводит вас в ярость. Вы не против обвести божественный свет, будто не знают, кто перед ним. Здесь что-то нечисто. Все создания тьмы узнают ваших адептов с первого взгляда или хотя бы ощущают через них ваше присутствие. Жалкий вампир не понял, к кому он обратился. Либо напугали его до такой степени, что он забыл о приличиях, либо что-то скрывает. Мы готовы ему помочь, но обещанная награда кажется... Обещание награды кажется заманчивым, но Дракула хочет выяснить, что за тайну скрывает, и научить его манерам. Выведать его тайну. Пообещав, что поможет надменному вампиру, Дракула уговаривает рассказать о себе и раскрыть свою личность. Выясняется, что он вовсе не вампир, а бывший приспешник божественного света. Как только адепт узнает правду, он бросается на уже вампира в попытке перерезать ему горло, но тут лишь заходится смехом. Давайте попробуйте меня убить, у вас ничего не выйдет. Я раскрыл секрет бессмертия, поэтому божественный свет и охотится за мной. Они заставили меня отыскать рецепт вечной жизни, а теперь хотят забрать свою долю. Дело в том, что основным ингредиентом является сердце человека, заболевшего белой чумой. И заставили меня заразить чахоткой множество невинных людей. Божественный свет не достоин бессмертия, как и я. Если этот бессмертный жаждет смерти, Дракула с радостью поможет ему расстаться с жизнью, прикончить его или убедить его отомстить божественному свету. Убедить отомстить? Несет себе угрозу для всего живого, мой побег их не остановит. Вы правы, они пойдут на что угодно, лишь бы заполучить бессмертие. Я должен положить конец их зверствам. Полной решимости помешать планам, какое-то время им будет не до вас. Скидки, качество, блин, в два раза больше душ, фигня, по прибытии открываете тоже качество. Ну ладно, качество так качество. А если потребуется ассистент, вы найдете достойное применение с вами. Блин, у меня что-то манны мало. У дэшек постоянных. Изначальное значение восстановления духа ниже на 5.20. А, ну ладно, пофиг. Я и так фуловый. Можно будет одну обилочку сейчас. Искушение Макс очки магии. Неплохо. Та-ра-рам. Та-ра-рам. Там-там. Еще одна кровожадность. Ее можно, в принципе, в Легу превратить, на самом деле. Ну, не эту, а ту, которая у меня есть. Так. Перезаряжает навыки каждый раз, когда владелец доводит бойца до состояния на грани смерти. Не думаю, что пригодится. Эпические преобразования, которые накладывают гниение. Это фигня. Вот это крутая штука. 67, но я тогда не смогу улучшить что-то. 63, но у меня нету здесь слотов. Разве что заряженный удар убирать, но нет. Блин, 67, это дополнительные перемены. Или бафнуть вот эти перемены. Или бафнуть вот эту штуку, чтобы стоило не 3, а 2. Баф на союзников. Взрослое применение статуса слабость получает дополнительные заряды. При перезарядке удешевление. Походу мы просто берем вот эту штуку. Дополнительная обилка, которая накладывает перемену, я думаю, что пригодится. Или мигрень. Кстати, мигрень отличная. За 62. И что-то можно будет качнуть. Ха. Опять же, мигрень, например. За 0. Круто, круто. Или все-таки вот эту штуку удешевить. Стоп, а там обилка с самым дорогим навыком получает... Снижает цену самого дорогого навыка на 2 каждый раз, когда владелец перезаряжает. А, ну... На 2. А здесь мигрени не 2 будет случаем на левелапе. Нет, но она будет стоить тоже 0. И это тоже классно.
Ну, мы не так часто будем мигрень юзать, как, скорее всего, преобразование вот эти. Начнуть. У нас же монетка, я правильно помню. Я же ничего не забыл, да, у меня, у нас монетка. Дракула с шестью легендарными навыками. Так, здесь изначальное восстановление уменьшено, здесь реликвии перестают быть активными. Ладно, мы все равно собираемся плохие эти снимать. Ну, посмотрим на финального босса, про которого так все говорят. Культизм минус очки магии. Потрясение снять, конечно же. Да, реликвии на фонтане это кек. Ну что ж, погнали. Последний бой, он самый трудный везде. My disciples finally arrive in sight of the hideout of the Sanctua Lumen and of the matriarch. Наконец перед глазами адептов предстает укрытие божественного света и основательницы Глории. Зов Прялки судьбы столь силен, что адептам приходится связать предильщицу, чтобы она не ворвалась внутрь и не погибла. Затем они входят в здание и нападают на фанатиков, которые стоят между мной и моим артефактом. Сестра Гурория, 60 урона в первый ход. Этот вписывает. Тебе нормально вообще? Нельзя наносить урон более 5 раз на этом ходу. Статусы не в счет. При каждом нарушении адепт теряет 15 ОМ. После снятия враги получают плюс 2 единиц урона, а их ОЗ и ОМ меняются местами. Ну и... Да, конечно. Так, ну тогда надо истощение снять. Не финальный босс, последний Ван Хельсинг. Ну, должен быть, но, блин. Какой есть. Я могу кучу перемен наложить. Но для того, чтобы наложить кучу перемен, мне нужно наложить... Так, я смогу наложить по 8 перемен. Два раза. Для этого мне нужно что? Гниение раз, по 12 перемен два раза. Три маны, плюс здесь один, четыре, и получается вампир. 12 перемен два раза, да? И урон еще к тому же нанести. У этого чувака сбрасывает... Каждый раз, когда боец с этим статусом получает урон, сбрасывает урон от следующей атаки. В начале каждого хода боец получает плюс 1 к единице урона. Что за жесть? Я по-любому буду их же самонить, да? Минус 24 урона звучит солидно, но я бы еще... Истощение по-любому нужно. Так, раз, два, гниение. Три манны. Четыре манны. Это будет за бесплатно. Итого у меня есть три манны за вампира. Чтобы наложить что? Чтобы наложить истощение. Это что дает суперсилу? Облако смерти в конце еще юзнем, это тоже будет хорошо. Либо можно, конечно, под суперсилой вот здесь вот продамажить, но я очень хочу вампирскую власть юзнуть. Не будет самонить? Ну, это хорошо, если не будет. Ладно, поехали. А, ну кстати, 4... Заточки можно еще наложить, да? Раз, два, три.
А, 3, 4. Да, заточки можно ему же. Я же хотел... А, эту обилку я все равно юзну облако смерти. Там же снижается на 1 за каждое использование чудовищем. Все супер. То есть я получу все-таки рок войны. Окей. А, на тебя этот статус. На тебя этот статус. Он сролил, защитился вроде бы один раз, да? Стоп, почему? Цена использования снижается за каждый истощенный навык. Оно будет один стоить. Я все зафейлил. Я не досчитал все-таки ману. Фак. Вот дерьмо. Значит, слабости мы сейчас не применим. Значит, мы сейчас юзнем просто вот это все. А вот эти штуки будем на следующий ход. Можно, кстати, будет под суперсилой их бахнуть, например. О, щит. А можно силой этого истощить навык? Жаль, нельзя, да? Кстати, я мог восстановить навык. А, есть смысл. От количества истощенных навыков. Перегруз идет. Так, ладно, поехали. Более 0 раз на ходу. А, подождите-ка, а если бы я сейчас пытался нанести урон по всем троим, это было бы, наверное, больно, да? Ладно, давайте попробуем. Статус суперсилы. Сюда. Как нанесение урона здесь? Типа, это же не использование обилок, судя по всему. Это же именно нанесение урона. А чё у него... Какой-то урон маленький. Ты точно дамажишь? Что-то мне не кажется, что ты дамажишь. Да, это считается вот именно так. Жесть. Я все равно хочу еще статус перемены наложить на них. А че он как будто в начале каждого хода плюс один урон? Ничего. А ты, почему ты все еще дамажишь 12 на 2? Он получит 15 из по М. Да, ответочка. Я понял. Спасибо, подруга. Ты хиляешь себя? Ну ты тварь. А я не могу дамажить, да? Или могу? Наверное, не могу. Снять слабость. Поюзать дополнительную вампирку, например, сюда. Восстановить здесь ману. А, тогда вампирка нельзя. Нужно тепло обязательно. Вы перенести с бабки зомби на моба, который пытается хильнуться? А ведь можно. Кстати, неплохой мув, наверное. Ну, блин, хильнется он на 26. Ну и чё, мы его потом одной ОЕшкой так же и пробьем. Нет? Кстати, эта штука сейчас снимется. И что получится, останется ходов после снятия? Плюс 2 урона, и ХОЗ и ОМ меняются местами. А, ну ясно. На самом деле, вот этого надо было пробить. Этого мы сейчас по ОМ, получается, пробьем. Ну, а еще мне нравится идея зомби сюда перенести. Действительно неплохая. Чтобы его потом ОЕшкой вот этим облаком смерти убить. А что если все-таки ударить сюда два раза? Это минус 30 ОМ. Жестко. Но зато он сдохнет почти.
Ладно, я... А, да хер он там почти сдохнет, у него неуязвимость от каждой следующей атаки. Блин, мерзейший моб этот эфир. Еще урона получит, да? Нет, в начале каждого хоя. Fuck it. На грани смерти. Все-таки получил урон. Хорошо. Теперь у нас здесь осталось тепло сюда поюзать. Тепло ли тебе, девица? И... Он от гниения умрет. Найс. То есть на него даже дебафы не надо вешать. Активирует статус гниения. Урон статусов не в счет, да? Блин, надо, не надо. Плюс игры компенсируют минусы, советуешь ее? Да, игра хорошая, хорошая карточная РПГ. Назовем его так. Все, давайте ход вот так вот и поехали. Ты умираешь, ты получаешь урон гниения. Делаешь ничего. Ты хиляешь себя и чуть ли не умираешь от статуса зомби, у тебя меняются статусы. Что дальше? Опять два хода. Нельзя использовать более двух навыков одного адепта за ход. Перезарядка не в счет. А, ну это не страшно, в принципе. При каждом нарушении адепт теряет 15 ОМ после снятия. Да, неважно. Мы сейчас, во-первых, убиваем здесь облаком смерти. Во-вторых, ну, раз перезарядка не в счет, мы хотим восстановить здесь... Стоп, может через вампира? Да, наверное. А, стоп, тогда еще гниение надо юзнуть. Раз. Так, ты... Теперь... Ты... Теперь за ноль... И теперь восстановить все мобилки. Попка из хлопка, приветствую. О, обилка за ноль. А я же могу ее бахнуть, да? Да, потому что я здесь юзал только одну за этот ход на вампире. Идем дальше. Трезвый рассудок. Стена. Окей. Мы в любом случае юзаем вампирскую власть, снимаем с нее защиту. И навесили на нее еще эту хрень. Хорошо. Теперь. Сегодня тепло. Она такая, пф, и сняла все гниение. Так гниение же бесполезное, какая разница. Сняла и сняла, ладно. Че. Мы сейчас новое все равно повесим. Так, этот юзнул одну обилку. Вампир юзнул одну обилку, да? Суперсила физурон сюда. Себя бить, не бить. 7-8. Вообще гниение бы повесить. Да не, давайте жатву, жертву или как она там. Можно было еще, кстати, зомби на нее повесить, она бы отвампирила и получила бы урон сама себе по рассудку, но... Нельзя применять статусы при каждом нарушении. О, она опять самонит. Адепт теряет 15 ОМ. Самая жесткая фаза файта. Да, я заметил. За каждый статус гниения да просто наносит урон. Ну, блин, это АОЕшка, я не хочу ее пока что юзать.
Он два раза статус гниения 3 присылает или нет? Есть предположение, что использование тепла все еще выгодное. От 6 до 10, чтобы перелить из Франкенштейна сюда. А вот как мы поступим. Накладывание статусов на себя, это же тоже статусы, да? Жесть. Остановить обилки. Все-таки наложить гниение, кстати, за ноль. Не, один раз накладывает, слава богу. Ну и фаза, черт возьми. Надо было как ярости сразу юзнуть, наверное, да? Это не накладывает статусы, надо юзнуть. Здесь ничего не истощено. Но и юзать мы ничего не хотим. Блин, вот это вообще, конечно, жесть. Стоп! А он в ОУЕ начнет сейчас накладывать перемены и будет тоже получать по рассудку? Я правильно понимаю следующий ход или нет? 27 хила в себя. Все, все, просто пас. Просто пас. Перемена не статус. За каждый статус гниения применяет перемену. Хрен его знает. Я тоже думаю, что статус. Проверять мы не будем. Что нам надо сделать? Нам надо просто дамажить этого как можно больнее. Суперсила и физурон плюс 3. Я, в принципе, могу сейчас через тепло разыграть. Я понимаю, что это статус, но... Ничего страшного. Зато мы сделаем еще один удар. Восстановим все обилочки. И ждем следующий ход, да? Да. В виде вампира на лимиты? Не, не хочу. А, он поменял свои эти 17 вампирки. 28 на 28. Так, нельзя наносить урон более 5 раз в ход. А вот оно и пошло по второму кругу. Хорошо, хорошо. Стоп, что? Зачем я кастанул облако смерти? О, боже мой. Я не знал. О, фак. О, фак. Снимает слабость. Он же уешит, она уешит. О, боже мой. Ладно, у меня есть еще одна идея. Во-первых, можно забрать у нее плюс 8 к урону, но самый лучший ход сейчас это накинуть ожог и снять его. Да, 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 да. Слабость. Это же слабость, это слабость. Итого у нее 6 урона. И эти 6 урона мы можем забрать, забрав у нее трезвый рассудок. Жив цел. Хорошо. Истощение. X2.
истощение вместо мигрени, наверное, слабо сейчас будет, но я хочу... Ну, я защиту на следующий ход тогда сниму. С нее она у нее все еще будет. А сейчас заточки вампирки. Тебе. И себе. Уже другая фаза. Не, уже другая фаза. Уже урон нельзя наносить. Окей. Да, восстановление ОМ у нас очень мало на самом деле. Перед 23 отсюда. Блин, жесть какая. Так, давайте за 0 снимаем статусы. Тем самым бафаем силу всей пачки. Надо сейчас потратить здесь 5 манны. Каким-то образом, да? Вернее. За каждое УД потрачено чудовищем. Да. Все верно. Чтобы пробить вот поэтому. Только он истощена билка. Чтобы его убить. А я могу, в принципе, потратить 4. Это нанесет 2 урона. Потом он по себе 15 пропишет. Суперсила. Суперсила, да избивать просто вот этого. Ее. Этого добить на следующий ход, когда можно будет юзать обилки. Пускай вампирит себе вот этой штукой, убьем его. Да, наверное. Главный статус гниения. Зомби. Выглядит не очень полезно. Мне по-любому, кстати, надо юзать собрание. На себя, наверное, да? Чтобы восстановить хоть как-то ману. Да-да-да-да-да-да. Вот это юзаем. И восстанавливаемся здесь. Единственное, что... Вместо этой вампирки... Сколько я еще урона? 3 могу нанести. Можно побить здесь, заодно похилиться и качнуть рог. Рог это очень важно. Я уже ударил вампиром, надо теперь ударить за него. Жертва. Хоть шипов на ней нет. Окей, ход. А их ОЗ и ОМ меняются местами, блядь, как же она бесит. А, кстати, у этого-то тоже поменялось. Усиливает и очищает, пускай очищает, что захочет. Нельзя использовать более 2 навыков одного адепта за ход. Да, без проблем. 27-32, значит, скорее всего, убьет вот этого, да? Ага. Один оставшийся навык, наверное. Единичка, что будешь ведь эту штуку. Тионин. Так, он умирает от гниения, значит, его можно вообще не трогать. Идем так. Life is good. We must stand together. 12 месяц. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное за поддержку. Здесь вампирим. Ну, дамажим по факту. Здесь юзаем эту обилку. Жаль, до этой никак не дойдем до перегруза. Такая бесполезная. Хорошо, этот сдох, она снимает с себя дебафы, но это не страшно. Вешает на себя стену, для нас это даже хорошо. 30 урона. Х2. Все враги получают плюс 2 единицы к урону, и ОЗ и ОМ меняются местами.
Массовое разрушение. Я сейчас ее переменами закидаю. Да, но для этого надо, чтобы вампир накастил гниение. Нужно ли что-то здесь играть просто? Нет. Ага, массовыми разрушениями ее закидаю. Конечно же, если я юзну сейчас восстановление обилок вампира... За ноль это не юзнем. Либо я могу вот что сделать. Короче, все гораздо проще. Обилка, истощение. Так, восстановление не в счет, да? Значит, теперь гниение. Или... Или ожог. Да тут без разницы, по факту. Ничего. Хотя за один можно. Можно за одну ману. Да, снимем ожог сейчас. Минус 12 единиц урона. На самом деле гораздо меньше. У нее еще 3 осталось. Fucking fuck. А, потому что мы еще не украли у него, у нее обилочку. И все равно остается 6. Жесть. О, бой. Урон плюс срок войны сработал. Ты же ничего юзать не можешь. Ты вроде бы можешь, а нужно ли... Можно еще минус 6 урона ей дать. Восстановить навык. Я же больше ничего не юзал. Ничего не юзал. Вроде бы. Да, ничего не юзал. Пошел отсюда. 0 урона. Хорошо. Фух. Не более 2 навыков вход, да? 12 вампиризма с него. I'm listening, master. Говно у тебя собралось. У меня все нормально. Вообще говно, на самом деле, согласен. Суперсила. На себя. Или на него. Лучше на него, наверное. Ты что-нибудь будешь юзать? Тепло, скорее всего, какое-нибудь. Сколько уже дерешься с этим боссом? Не знаю, 20-30. Нормально. Нам главное качать рок войны. Это вот вообще самое важное. Что? Нельзя применять статусы. Сука, я не посмотрел. We must stand together, Лока. Спасибо большое за ресап. Вот ведь дерьмо. Я не посмотрел, что у нее в обилках. Ну, вернее, не в обилках, а что в этой пассивке дурацкой сейчас стоит. Я думал, что все еще рероллы. Почему я думал, что все еще рероллы? Сестра Гурория. Кстати, не самонит никого. Нельзя применять статусы. Все еще. Прекрасно. Просто шедеврально. Гениальное рядом. Урон. Урон. Тепло. Рост, максимум, мигрень. Да как вы, кто вообще играет без статусов? Жидиотизм. Су. Вот говно.
Тебе еще везет, что он не бьет масуху, и когда нельзя статусы применять. Да, я уже об этом подумал на самом деле. Я уже об этом... Вот сейчас она будет масухой бить, скорее всего, да? Нам нельзя урон наносить. Нельзя наносить урон, статусы не в счет. Да-да-да-да-да-да-да. Какой же... И маны нету. Плюс 2 к урону союзников. Так, ну здесь надо через... Кстати говоря, что сильнее в данной ситуации? Мигрень? Или... Или истощение? Уменьшает вдвое. Сколько тебе до твоих массовых разрушений? Много, да? Раз, два, три. Всю ману надо потратить, чтобы массовые разрушения сделать. Это будет минус 8. А, нет, подождите-ка. А если сделать заряженный удар плюс токсичные пары, это начнет стоить 1. Того мы наложим 8 гниений. Так, начинаем мы всегда с того, что воруем трезвый рассудок. Теперь мы, наверное, накладываем мигрень. А, нельзя урон много раз наносить. Чё я, о чём я? Здесь тиран от магии. Ну, будет 18 два раза, да? Тогда одно истощение и аускультацию. Да, наверное. Скорее всего, истощение. Хер его знает. Давай ожог по тебе. Который мы собьем. Так, 4 раза еще могу дамажить. Но теперь... Блин, и все-таки я хер знает, что сильнее, истощение или мигрень. Мне кажется, что истощение сильнее. Так истощение тогда можно вампирской властью вытащить. На тебе еще статусы, 8 урона 2 раза. We must stand together, Аста, спасибо за ресапчик. У нас есть какое-нибудь наложение статусов за 0 на нее? У нас есть свои статусы за 0. Вы шпиль, ну, типа того, да. В ХС поигрываю, тебя заразился. ХС классный. Я еще могу ему восстановить теплом чуть-чуть. От 6 до 10. И восстанавливаемся здесь. От 6 до 10, то есть 12. Один раз похилить. Один раз всего лишь. Все, ударили два раза на 8. Вот здесь еще неприятно. Давайте сделаем так, чтобы он не потерял рассудок. Суперсила за 0. Ну, на следующий ход юзнем. До тех пор, пока навык не используется снова. У него же в начале и в конце хода боец получит... Да-да-да-да-да, все правильно. Восстановил 9 при смерти. Восстановил еще 8, отлично. 15 вампирит отсюда. Да вампирь сколько хочешь, нам пора урон наносить. Каким? Вампиром, наверное. Самые большие цифры. Хотя у нее на этом еще заточка висит. 46 на 48. Да, наверное, все-таки на чудовище. У него 32 суперсилы. Ну, доп-силы.
Да и вампиризм повесим. Нам все равно много ударов сделать делать мы не сможем. Сюда. Еще за точку теперь. Жертва. Гниение. Могу ударить еще два раза. Я точно хочу наложить мигрень, чтобы поменьше урона получить. Ага, если я наложу мигрень, то мне это ничего не даст особо. Ну, кроме того, что я нанесу побольше урона ей по этому. А не даст почему? Потому что... А я больше единичку никакую не юзну. У меня нету обилок за единицу. Если это гниение, но я не хочу урон по рассудку получать. Можно ей на нее зомби накинуть. Или просто хер с ним с обилками, с уроном сейчас. Мы просто изнем гальванизацию и наложим тепло на себя. Чтобы он восстановился чуть выше на следующий ход. Так, дальше. Не более двух обилок в ход, да? Опять себя бафает там. После Уордзе, может, в автобатлер? Ну, в Хардстоун, может быть, да. Не более двух навыков за ход. Это плохо, потому что я хочу здесь два навыка этих юзнуть. Здесь, наверное, эти два навыка. Очищает еще к тому же. Блока смерти за ноль есть. Ну его точно юзнем. Каждый ход надо хил... Да нет, здесь уже... на этих хилах не вытащить. Если она сейчас усиливает себя, это навешивает на себя броню опять, да, и потом ломает нам лицо одним... Одной обилкой, да? Скорее всего. Значит, нам надо будет как минимум дважды, а то и трижды юзнуть аускультацию. Значит, нам нужно, чтобы у нас было что-то за один, например. Накладывание какого-то статуса на нее. Короче, урон. Блин, эти какие-то дорогие. Что такие дорогие-то? Давай хотя бы-то зомби юзнем. Более двух навыков за ход, да? Я просто восстановить еще навыки очень хочу. Блин, вообще по здоровью не бьет. Да что за юнит-то? Как же здесь нужно восстановление манны какое-нибудь? Чудовище пока больше всех дамажит. Ну да, я, конечно, могу еще одну атаку сделать. Блин, пара ошибок. Пара ошибок, и ты ошибся. И все. А так-то до этого все нормально было. Он сколько обилок юзнул? Одну? Одну. Так, ладно, короче, вот так. Блин, а захочу ли я на нее вот эти статусы еще накладывать, массовое разрушение? Ну, блин, бесплатно, довольно дешевый статус через гниение, токсичные пары плюс массовое разрушение. Значит, я не хочу реролить все обилки сейчас при помощи этого. А, так я только две аскультации нанесу. Блядь. Ну и говно. Ты-р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 ы
Тогда, короче, заточка в себя. Он же ничего у меня еще не юзал. По-моему, ничего не юзал. Потому что только сейчас пришло плюс 2 урона. И накладываем вот это. Почти, блин, добили. 400 хп. Но потом это все превратится в ОМ. Так что хер мы добьем. Вот сейчас она будет делать свою жесткую АУЕшку. Нет? Сингл-таргетная вампирка на 44? О май. Я готовился к худшему. Проблема в том, что... Попробовать сейчас снять настолько много хп, насколько... Насколько можно. Проблема в том, что снижает полученный урон вдвое. Стена. Дурацкая стена. Чтобы у нее почти не осталось ОМ, и мы потом ОМ просто пробили, и она сдохла. Через ход меняет именно, поэтому я и хочу как можно больше попробовать сейчас пробить. 42, 43 плюс... Так, 100... Нет, это 150 плюс... Еще 50. Еще 100, вернее. 250 и... Еще соточка. Да, я знаю, как это выиграть. Но надо забрать статус стены. Украсть стену на доктора. Оно не поможет. Хотя нет, оно написано снижает получаемый урон вдвое. Да, я думаю, что воровать стены нужно. Поехали. Дамажим. Не более двух навыков на одного адепта, да, заход. 43, нормально. Еще 50, сойдет. Здесь вот это вот. Плюс. Что если... А может быть получить урон? Нет, мне в любом случае надо за него что-то юзать. Еще нулевочка. Стоп, а я же могу получить 15 по рассудку. Выйти в состояние, в предсмертное состояние. Но мы ее убиваем. Это 80 урона. Плюс еще 100. Чтобы не добивать ее по рассудку на следующий ход. Вопрос в том, а вдруг вот это вот снятие ОМ, которое прописано в обилке, пробьет меня по здоровью. Ну, по идее, механ не так работает. А ты еще ничего не делал, да, кстати? А тепло бесполезно. Можно вампире выйти в грань. Можно и на вампире. И что она мне даст? Вот эту штуку. Да. Мне не очень легко выйти в грань на вампире. А, через суперсилу можно. Нет, нельзя. Она 0 стоит, 2 стоит. Там две билки надо юзнуть. А, так не, все правильно, через ярость. А, и все, он-то получит 15. И умри нахер. На грани смерти. Чё? Вопрос? Готовится использовать эффект? Что? А ты сдохнешь от... Основательно с иглой или они уязвимы и готовятся... Да ты... Ела! Тварь! Нельзя применять статусы на 5 ходов. Призвала двух юнитов. Жесть. Это не юзнуть. Примени статуса перемена.
Я, кстати, еще жив, если просто нажму пас. Но мы-то этого не хотим. Мы-то хотим выиграть. Двойной урон в нее. Через статусы на вампире как-нибудь. Яна какую-то доставку заказала. Жертву жмякая, она без статусов. Я знаю, что жертва без статусов. Проблема же не в этом. Проблема в том, как ее потом можно восстановить через вот эту штуку. Перезарядиться. Слушайте, а убив ее, челы уйдут, исчезнут или нет? Скорее всего, нет. Мне нужно это знание. То есть, если я ее добью ваншотом, мы выиграем? Ну, скорее всего, нет. Ну, где там курьер-то? Этот себя к чем-то бафает. Всегда призванных надо добивать. Дебаф пропадет. Это что ли, обет гнева? В любом случае, надо ее убивать, потому что она уешит фиолетовым уроном. А если этот уешит фиолетовым уроном? А это одинаковые два мученика. Значит, они, скорее всего, только красным бьют. Я не помню, чтобы они били фиолетовым. Яны. Перемена не статус. Статус можно снять. То есть ты хочешь сказать, что если я сейчас юзну вот это два раза, это будет нормально? Только смысла не особо. Не, ну есть смысл. Это оно ешет. Я могу это на следующий ход юзнуть, как экстренную ситуацию. У меня вместо Дракула была Лилит, и вот когда нельзя применять статус, он даже перезарядиться не может, потому что таунт — это статус. Понимаю. Попробуешь — не узнаешь. На экстренный ход оставлю. Пока что мы живем, у нас, в принципе, все более-менее нормально. Облако смерти еще можно будет юзнуть, кстати. Это тоже статусы не накладывает. Хорошо, что она одиночную атаку делает. Если бы она делала что-то пожестче, конечно, было бы... А проблема в том, что сколько еще ходов я не могу применять? При каждом нарушении адепт теряет... А, все, то есть она не поменяет эту херню, да? То есть это финальный обет, на котором она остановилась. Она решила, что она будет вот на этом тусить, да? Типа, эта херня не поменяется через два хода. Япона, мать. Я могу юзнуть суперсилу на чудовище, если восстановлю один здоровье Дракуля. Да, надо ее убить для того, чтобы мы могли статусы накладывать. Это точно таким образом работает. Значит, да. Я надеюсь, плюс 3 физурона — это не статус. Не смешно. I shall forge the world in my image. Двойной урон, поехали. 112. О, гниение. Сколько я еще могу восстановить? У меня сколько здоровья-то осталось? А, ясно. I am irresistible. Дай бог убью ее на следующий ход еще одной жертвой. Но как? Или массовыми разрушениями, если они... Да, или массовыми разрушениями, если они действительно не считают... А, не убью.
Не, подождите-ка, она будет стоить 2, потом 1. У нас часы прокнут. Потом я юзну восплощение здесь и ударю 2 раза жертвой. И, может быть, она сдохнет нахер. Главное, чтобы эти челики не били в АУЕ. А этот может еще таун сейчас какой-нибудь навесить на себя. Не били фиолетом в АУЕ. Верхний мученик таунт сделает. Да я вот так и подумал, что сейчас как таунт придет и рип. Ладно, может она тоже какие-то обилки будет юзать обычные. Типа, кто ее знает. Так, это статус. Но его можно наложить в конце. Его можно наложить на себя сейчас. Можно также уменьшить урон. А, ну это тоже статус. Чтобы у него хотя бы от тепла восстановилась энергия на следующий ход. То есть хотя бы так. Что здесь я ничего же не сделаю. Гнение я не могу играть, я тогда проиграю. Вампирки всякие, ожоги, ничего из этого я делать не могу. Во, вот что я еще могу сделать. Облако смерти за 0. Ну, допустим. А, они плюс 1 урона получили. Почему? Чего? Он же не накладывает статусы. Отчего она ответку прописала? Привет, Геката. Готова служить вам. 5 раз урон внес. А при чем здесь это-то? Или там все вместе написано, а я не прочитал? What? Шкалька, привет. Поражение — любопытное явление, но только для смертных. Никто и ничто не может устоять перед моими силами, даже сама судьба. Если она противится моей воле, я буду менять ее, пока не уступит. Там все вместе, нельзя менять статус, 5 урона и так далее. Разве? Чё-то я этого не увидел. Да, ну и финальный босс. Не, ну я был близок, я считаю. Я считаю, что я был близок. А я что даже не прочитал, я думал, она остановилась на статусах. Ну ладно, на статусах, так на статусах. Ладно, новый челик еще, Геката, прикольно. Перезаряжает навыки, меняет фазу луны. Наносит урон, применяет статус зомби, мощно. Наносит по ОЗ или по ОМ в полнолуние, в новолуние, в ритуал. Ритуал ночи, проведение восстанавливает. Всем адептам 7 ОМ. А, ну то есть с Гекатой мы по-любому пройдем ее. Ясно. Просто мы ее пройдем с Гекатой. И все. Ну, почти, почти. Почти. Ну, почти. Эх, финал Руглордс, видимо, не сегодня. Видимо, мы завтра выйдем в финал Руглордов. Можно, конечно, еще посидеть пару, тройку, 3-4 часа, но нет. Ну я реально не понял, почему. Там же вроде написано только про статусы, ничего про смену навыков. Либо я устал и недостаточно прочитал. После этого файт долго ругался на то, что тебе дают чудовище с доктором после 5 главы. У них все на статусах, ты хочешь их попробовать, а в 6 такой босс. Да, Тостер, я согласен с твоей руганью. Это неприятно, да, это неприятно.